Приветствую вас, мои друзья, меня зовут Александр, и сегодня я решил посетить клубное мероприятие, тряхнуть стариной. Что из этого выйдет, смотрите дальше. Вчера я наконец-то посетил стоящую вечеринку на Гоа. Наконец-то это произошло. Играла техно, играл диджей Слава Финист. Техно — это для меломанов, это стоит того. Классно оторвался, потанцевал наконец-то. И сейчас я хотел бы с вами поделиться, мой зритель, с тобой поделиться, мой зритель, своими соображениями, своим мнением, своими мыслями о клубной жизни и о том, зачем люди посещают вечеринки всевозможные. А зачем я хочу это рассказать? Для того, что я считаю, что по тому, как ведет себя человек в клубе, на любой вечеринке, можно сказать много именно о самой личности человека, о его развитии, о его характеристиках. Еще лет 15 назад, когда я завершил, наверное, клубную жизнь свою, когда перестал ходить на вечеринки, а мой опыт хождения по вечеринкам достаточно, я считаю, огромный, не маленький, я мог посещать вечеринки по 3 за ночь, за сутки, и посещал вечеринки в различных городах, даже в различных странах, и знаю толк в этом, кто с какой целью, в зависимости от мотива, то с каким мотивом ходит на вечеринку, посещает вечеринку. И в первую очередь я хочу сказать, что самое первое, зачем люди ходят на клубное мероприятие, на танцы, на всевозможные увеселения, это цель, это спариться, реализовать свою физическую потребность на низком уровне, произвести случку, что мужчины, что женщины. Либо мужчины это ходят заняться... Зачем мужчины ходят в клуб? Заняться сексом с первой встречной, с барышней, чтобы реализовать свой половой инстинкт. А женщины либо с целью реализации своего полового инстинкта, либо получения материальных благ. Продать свое тело ради денег, чтобы получить какую-то преференцию. Либо наоборот, продать свое тело, затрешиваться, какую-то бесовщину реализовать свою. Даже иногда они, продавая свое тело, они получают кайф не от денег, которые они получают, а именно от какой-то грязи, которой они занимаются. И не нужно говорить, что они вынуждены этим заниматься. Они получают кайф от этого. И хочу сказать, что именно вот такие люди, очень главной характеристикой поведения этих людей в клубе на вечеринке заключается в том, что если даже вы познакомились с этим человеком в какой-то другой обстановке, он произвел на вас впечатление какого-то, допустим, интересного человека, какой-то интересной личности, вы решили посетить с такой второй половиной, либо это будет мужчина, либо женщина, какую-то вечеринку. И вы заметили, что этот человек вроде в жизни такой веселый, жизнерадостный, такой активный, позитивный, а придя в клуб, он ведет себя как-то неестественно, тушуется, странно, как-то скромничает, хотя вроде бы ничего не предвещало такого поведения. Он должен как-то, ну, веселиться, радоваться, жизнерадостно, быть как рыба в воде, а он ведет себя как-то странно. О чем это говорит, друзья? О том, что этот человек не привык при вас вести себя так. Потому что в клубы он ходил раньше изначально для того, чтобы спариться. А сейчас, так как он с вами в отношениях, он пришел в клуб, он не знает, как себя вести по-другому на вечеринке. Он привык вести себя на вечеринке совершенно по-другому. И он не знает, как себя вести.
Он не может позволить себе вести себя вульгарно. Если это мужчина, он не может позволить себе так похотливо смотреть на женщин, говорить, я тебя сейчас куплю, говорить, что всем своим видом, что я сейчас демонстрирую, что у него есть деньги, либо делать какие-то непристойные вещи, о, я сейчас займусь сексом, я хочу сексом. Он не может себе позволить в присутствии вас так вести себя. Либо женщина, которая привыкла там как-то делать телодвижение вульгарно, одеваться вульгарно, вызывающе. Чулки там, и не чулки там, еще что-то, какие-то вульгарные танцы делать. Она по-другому не умеет танцевать в клубах. И когда она пришла с вами в клуб, на рок-н-ролльную вечеринку, либо на какую-то другую вечеринку, она просто не умеет танцевать. Она не привыкла танцевать так. Она не привыкла нормально танцевать, нормально отрываться, кайфовать, радоваться жизни. Она даже, женщина будет бояться выпить коктейль, бухнуть, потому что она будет бояться проявить себя как-то. Вдруг она перепьет и начнет себя вести достаточно вульгарно и проявит себя, спугнет вас со своего крючка. Именно поэтому она ведет себя так, как будто вроде бы в нормальной жизни она так естественно, как рыба в воде, пришла в клуб, так затушевалась, сидит в сторонке, ой, иди потанцуй, молодому человеку говорит, либо молодой человек говорит, ой, дорогая, иди танцуй. Хотя вроде бы внешне он такой рубаха парень, такой крутая тачка у него там, все такое, я не я, там все на движухе, все на позитиве, все классно. Вроде и танцевать даже умеет мужчина, либо женщина умеет танцевать. А в клубе ведет себя достаточно странно. Просто она в клубе эти люди не привыкли танцевать нормально. Для того, чтобы танцевать, получать кайфовые эмоции, получать удовольствие. В группе они привыкли себя продавать. И это вы увидите, если вы такое заметили, значит, бегите от этих людей, от мужчины либо от женщины. Ничего хорошего вас в отношениях не ждет с ними. Еще хочу сказать, вторая группа, которую хочу осветить. Вторая группа — это, как уже сказал, люди, которые привыкли танцевать в клубах, которые приходят в клуб для того, чтобы на вечеринку, для того, чтобы реализовать себя, потусить, потанцевать, покайфовать свою энергию, скопившуюся энергию, которую они не могут проявить в обычной жизни, реализовать как-то, получить какой-то физический разряд. Их сразу видно. Если вы в отношениях пришли с таким человеком, даже если он будет сдерживать себя при вас, по нему будет заметно, он эмоционален, он будет так, музыка играет что-то, будь то рок-н-ролл, даже классическая музыка, будь то какая-то другая, он будет, его будет переть, он без наркоты, без какой-то, без алкоголя, он будет жизнерадостен, он будет, о, классно, вот это клево. Вы будете сидеть в клубе, допустим, пришли вы на какого-нибудь интересного диджея, классная тема звучит, он будет сидеть с вами без алкоголя даже, он будет вот прям ее плющить там, он думает, он будет как вот, знаешь, на торможении. Он при вас будет, может быть, даже если стесняться, но по нему видно будет, что ему дай команду, дорогой, иди потанцуй. Он, о, да, и пошел жечь, либо, дорогая, сходи потанцуй, а он пойдет жечь, зажигать, танцпол там, умеет, не умеет танцевать, по барабану его будет плющить. К такой, кстати, категории отношусь и я. Люблю потанцевать, и именно в клубы я ходил для того, чтобы потанцевать, излить себя, излить душу, реализовать себя. Что вчера и произошло. После того, как закончился стрим у меня, я прям излил душу, покайфовал, классно это было. Третья группа людей, которые ходят в клубы, это те люди, которые проводят. Им нужно, для этих людей нужно забить свое время, личное время. Им нужно просто как-то, потратить свое время. Эти люди, вся их жизнь связана с какими-то вечеринками, клубами. Даже если эти люди в обычной жизни, они разговаривают про вечеринки, про какие-то увеселения. Что было на прошлой вечеринке, что будет на будущей вечеринке. Они приходят в клуб как к себе домой. Они там, у них очень много друзей, они знают все
всех работников клуба, диджеев, барменов, даже уборщиков, уборщиц, наверное, знают. Всех знают, они прям на позитиве, все у них классно. Они приходят, как себе, я уже сказал, домой, сидят, ведут себя непринужденно. Если вы познакомились с таким человеком, он придет в клуб, он будет вести себя как рыба в воде, со всеми знакомиться. Для него познакомиться в клубе как no problem. Классно, у него нет никаких преград. Ну, это хорошо, эти веселые люди, конечно, классно, но, к сожалению, часто у таких людей бывают проблемы именно с тем, что вообще в жизни чем-то другим они редко занимаются, они, скажем так, в других направлениях пустые, как не обидно это звучит, но в этом, в проблеме клубов, увеселения, вечеринки, они топ. Они вам расскажут, ну, каждому свое, я их не осуждаю, это классно. Реализации их в этом заключается. Я ничего плохого про них не могу сказать. Это стоит того. И часто вот такие люди переходят в разряд, четвертый разряд, о котором сейчас я поговорю. Это люди, которые находят работу на вечеринках. Это может быть всевозможные диджеи, музыканты, свет, звук, продюсеры, бармены, уборщицы, какие-то обслуживающие другой персонал какой-то, либо промоутеры, менеджеры, какие-то организаторы вечеринок. Вот эти люди, они получают, совмещают приятное с полезным, они радуются этой жизни, они радуются вечеринкам и в то же время получают прибыль от них. Все классно. Таких людей вы тоже сразу поймете. Они не будут таить, не будут скрывать от себя, от вас, от себя, от вас свою цель. Я таких людей знал, ну ничего плохого про них тоже не могу сказать. Это их работа, нужно понимать, и нужно понимать, что также в каких-то других сферах они, возможно, с ними будет закрыто общение, они не находят реализации в каких-то других сферах, хотя бывают исключения, достаточно много исключений. Пятый тип, очень распространенный сейчас, в наше время, это люди, которые ведут, их жизнь проходит в интернете. Это люди, которые приходят в клуб для того, чтобы сделать классные фоточки, снять какие-то видеоролики, разместить их в Инстаграме, в Ютубчике, как я, кстати, недавно сделал, но всему есть мера, записал стрим и пошел дальше плясать. Люди, которые идут в клуб, на любую какую-то вечеринку, чтобы сделать классные фоточки, разместить в интернете, и они получают удовольствие не от того, чтобы не от своей настоящей жизни, не от того, что они получают какие-то ощущения именно сейчас здесь, а от того, что они размещают свой видео-фотоматериал и получают реакцию на это людей. И создают впечатление среди людей о своей насыщенной жизни, о своей яркой жизни. Вот от этого они получают чистый кайф, чистую энергию. И поэтому в клубе вы можете заметить, обратить внимание таких людей. Они недолго будут сидеть просто так, сложа руки. Они не будут просто танцевать. Они будут постоянно фоткаться. Даже если вышли на танцпол, они больше будут фотографировать себя, чем танцевать. Такие люди часто бросают в глаза. И нужно понимать, что такие люди часто очень склонны к какому-то нарциссизму, какому-то зависимости от внешнего мнения, своей жизни в интернете, к сожалению. И если вы собираетесь строить отношения с такими людьми, будьте готовы к этому проявлению, И поэтому не обижайтесь, если вы решите с такими людьми построить отношения, как-то решать свои проблемы, а они будут входить в какую-то виртуальную сеть, больше будут проводить время в телефоне, нежели с вами. Потому что для них вот та жизнь в интернете, та же виртуальная жизнь, для них это настоящая жизнь. А то, что происходит вокруг, это для них, ну, не стоит ничего. Вот рассказал 5 групп людей, в зависимости от того, как ведут себя эти люди
на вечеринках. Смотрите, приглашайте потенциальных своих кандидатов на роль второй половины на любую вечеринку, делайте им проверку, или просто когда ходите на вечеринку, смотрите, оценивайте других людей и понимайте, кто перед вами. Еще хотел бы остановиться на том моменте. Вот вчера я посетил вечеринку. Что я могу сказать? 15 лет назад, наверное, я закончил свою клубную жизнь. 15 лет прошло, и, наверное, ничего не поменялось. Чуть те же лица, все так же ведут себя люди, все те же диджеи, все те же бармены, все та же обстановка. Невзирая на то, что меня окружает песок, море, все так же. Да, клево, я люблю танцевать, я излил вчера душу прямо в танце, мне понравилось танцевать, попрыгал, прям реализовал себя, познакомился с какими-то людьми, показал себя, заснял стрим. В общем, впечатления были классные, ну, где-то уже за час до конца вечеринки я уже понял, что мне хватило. Все то же самое, ничего нового. И что обязательно, на чем хочу остановиться, что, друзья, не останавливайтесь в своем развитии. Понимаете, если вы не развиваетесь дальше, то вы останавливаетесь и деградируете, спускаетесь вниз. Поэтому не останавливайтесь, не ностальгируйте по прошлой вашей жизни. Возможно, это будет клубная жизнь, возможно, это будет какая-то другая жизнь. Да, было классное время. Мне очень было приятно, есть что вспомнить про свои хождения в клубах, про тех знакомых всевозможных. Классно было, но жизнь продолжается, она идет дальше. Что и вам желаю, чего и вам желаю? Развития в вашей жизни, не деградации. Боритесь со своей похотью, боритесь со своими желаниями какими-то физиологического характера больше. Преодолевайте себя, развивайтесь, учитесь чему-то новому, недеградационному, развивайте свои самые лучшие качества, доброту и, самое главное, любовь. Учитесь любить, развивайте чувство любви, и будет у вас счастье. До свидания, ставьте лайки, если понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Комментируйте, высказывайте свое мнение по поводу вечеринок, по поводу целей в вашей жизни. Буду всем рад. Всем добра и благополучия, и гармонии с самим собой, и, как я уже сказал, в первую очередь, любви.